выставка посвящена 60-летнему юбилею школы. Школа, как понимаете, по возрасту довольно солидная. То есть одно из таких наших старейших учебных заведений. Город, который показывают дети, это город, который они любят. Ребята много видят, а педагоги правильно направляют их. Это выставка ретроспективная, то есть в ней отобрано то лучшее, что создано за 60 лет. Это очень сложная задача. Она должна протягивать школу на всех этапах ее развития. Спасибо всем педагогам. Вы делаете святое дело. Огромное спасибо всем детям. Доверяйте своим педагогам, идите за ними, они вас приведут к высоким-высоким вершинам. До сих пор все рисунки, которые мои дети нарисовали, а старшему сейчас уже 19 лет, и вот то, что он нарисовал в пятых, третьих классах, оно до сих пор с нами, у нас в семье где-то хранится.